привет! С вами Юлия Александрова и четвертый сезон народного талант-шоу «Поющие города». Трафик сайта ctv.by растет с каждым днем, все потому, что именно там участники находят условия нашего конкурса. Вам достаточно снять свое видео на камеру, камеру даже мобильного телефона обычного, и отправить нам. И первым попытает удачу Андрей Гайчук из города Молодечно. Спою для вас песню на итальянском языке «Grande amore», что в переводе на русский означает «большая любовь». Chiedo chi penso lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te voglio urlare questo grande amore. Старательно проговаривая все итальянские слова, Андрей будто намекает, что любовь у него большая, сердце такое же, а посвящать песню он будет той самой, одной единственной. Не знаю, как на этот номер отреагируют зрители, но у самого Андрея душа развернулась, а потом свернулась вместе с пиджаком. Благодарим за участие, или, как говорят у вас Молодечно, грации. Здравствуйте, меня зовут Дробыш Владислав, мне 17 лет, я из города Минска. Ты капелькой дождя на мою ладонь упадешь в лучах рассвета. Все кажется прекрасным. И школьная сцена, и длинноногие девчонки на бэк-вокале, и песня, конечно же, о разбитом сердце. Хотя почему кажется? Сравните сами. Александр Панайотов, Made in Беларусь. Ведь я тебе не верю, и пусть немного больно. Что, стоит добавить немножечко сценического опыта, заручиться поддержкой мастеров шоу-бизнеса, и вот он, новый кумир молодежи. Хотя, что бы я сейчас ни сказала, Владислав ответит песней. Ведь я тебе не верю, и пусть немного больно. И вот мы точно верим, Влад, что все у тебя получится. Правильно сделал, что прислал нам свое видео. Меня зовут Манукян Армине, мне 22 года, и я из города Чашники. Исполню для вас песню Crazy. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about their place. Even your imagination can recall so much space. Сумасшедшее впечатление производит эта участница. Внешне видите сама примерность, а внутри слышите Crazy. But it wasn't because I didn't know enough. Какой чистый голос, автор был бы впечатлен. За эту композицию, кстати, группа получила Грэмми. Мне кажется, это хороший знак. Армине, посмотри же в камеру! Хотя, наверное, заглянуть в глаза этой участнице нам доведется только в следующем туре. Телеканал СТВ продолжает поиск талантов, поэтому присылайте свои видео и пойте на всю страну. Подробности на ctv.by. Прием заявок продолжается до 10 августа включительно. Давайте вместе узнаем, какой город станет самым поющим. С вами была Юлия Александрова и проект «Поющие города», четвертый сезон. Пока!